Зак Барух Бимей Таанит Цибур. На Таанит Цибур, когда пост, Бешахарит у Минха муцим Сефер Тора, выходим Шлуша Гаври Берпрашат Вайхал. Выносят утром и на Минха Сефер Тору, и читают три алиот. Вечно Хагим, Лафтир, Минха, есть, которые говорят, делают тоже Мафтир на Минха, то есть читают Минха Мафтир, и Минха Сефардов не делает Мафтир ни на один Таанит Цибур, кроме 9 Ава. На 9 Ава мы добавляем там Мафтир. И если сефардский еврей, он молится с ашкеназами на Таанит Цибур, на Минха, и ему сказали, да, чтобы он пошел третьим на Алия, написано, желательно, чтобы он стоял где-нибудь в сторонке, чтобы его не заметили, чтобы ему не давали, потому что там нужно благословение говорить на автора. Но если уже его позвали, человек должен встать, прочитать правильно, как они читают, и прочитать тоже автора, так же, как ашкеназы они добавляют на Таанит Цибур. Баруха Адонай леолам, амин ве амин.